крымских тюрьмах не лечат больных СПИДом и туберкулезом. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Российской администрации в Крыму Людмила Лубина. По ее словам, на полуострове нет лекарств. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в Крыму заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 1,5 раза выше, чем в других регионах России. В прошлом году несколько десятков человек в Крыму умерли из-за отсутствия лечения, сообщил директор украинского отделения Международного альянса по ВИЧ-СПИД.